Інформаційний день на восьмому триває. Ми продовжуємо. Українці в очікуванні виборів. За останніми даними соціологів, у нову Верховну Раду проходять 5 політичних сил. Лідирує президентська «Слуга народу». Далі із значним відривом йдуть опозиційна платформа «За життя», «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос». Ще 2 на межі проходження. Громадянська позиція та «Сила і честь» мають понад 4% підтримки електорату і, можливо, за кілька тижнів, що залишилися до дня голосування, вони свої позиції поліпшать. Але не політикою єдиною. У цьому ефірі ми будемо говорити про настрої українців соціально-економічні. Як вони оцінюють ситуацію в країні та власні статки? Чи підтримують економічну стратегію попередньої влади та прагнення нової? У нас в студії науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Віталіна Буткалюк. І від неї будемо дізнаватися подробиці. Я вас вітаю, пані Віталіно. Здравствуйте, Тетяна. І я знаю, що ви періодично дізнаєтеся настрої українців соціально-економічні. А яким чином відбуваються ваші опитування? Це face-to-face або, можливо, інші якісь методи? Скільки людей бере участь і якою є статистична похибка? Я работаю в Институте социологии Национальной академии наук Украины, и безусловным плюсом наших исследований является то, что с 1994 года по сегодняшний день мы проводим ежегодные мониторинги социальных изменений украинского общества, и, возможно, это такие уникальные социологические исследования, замеры, которые позволяют нам говорить о долгосрочных тенденциях развития украинского общества, более того, делать определенные прогнозы дальнейшего развития. Ну, наш мониторинг в прошлом году был удостоен чести государственной премии, был награжден как одна из лучших научных работ в области социологии. Вот, над его разработкой методологической работали наши ведущие сотрудники. Всего в выборку включено 1800 респондентов. Вот, это репрезентативные опросы, то есть он представляет... Выборка представляет мнение всего украинского общества по целому ряду вопросов, как социально-экономических, о которых вы уже упомянули, так и социально-политических и иных там сфер жизни украинского общества. А похибка выборки, якою вона є, яким чином здійснюється опитування, якщо це, звичайно, не таємниця? Похибка в районі 2-3%, не більше, тобто це дуже точне, дуже репрезентативне, мабуть, одне з найкращих соціологічних опитувань, яке проводиться на території нашої країни. Інтерв'ю яким чином берете? Просто чому запитую, мене завжди цікавилось, як соціологи працюють з українцями. Особисто я ніколи не стикалася, тобто до мене не підходили, не телефонували мені. І мені цікаво, хто всі ці люди і яким чином соціологи з ними спілкуються. Дуже часто можна услышати таке від деяких громадян України, що у мене не спрашували, значить я не вірю соціологічним опросам. Ну, якщо говорять про те, що опрос репрезентативний, це говорить про те, що от виборка 1800 чоловік, она представляет мнение всего общества по разным критериям. В нашем случае это по стати, по возрасту, по регионам, по профессиональному признаку. До них приходят додому чи телефонують ним? Яким чином, власне, спілкуються? Это face-to-face опрос. То есть приходят на дом и проводят опрос. А мне кажется, что последним часом, ось вы уже 25 лет, да, здійснюєте социологические исследования, люди, возможно, сейчас стали более закрытыми. Как в целом они общаются с социологами? Чи готовы они отвечать на запитання? Чи много у вас відмов під час ось цього вашого дослідження відбувається? Да, на самом деле, вот одной из сейчас проблем является то, что люди, ну как, скажем так, достаточно критически стали относиться к разным социологическим опросам. В первую очередь это связано с тем, что проводится очень много разных электоральных маркетинговых исследований. Можно навіть в магазин прийти, до тебе там підбіжуть 15 людей и будут что-то питати. Ну, маркетинги это более узкие такие, скажем так, я сейчас не хочу сказать, а о том, что электоральные опросы, они очень часто, скажем так, они дают... Их используют как политтехнологии очень часто. И есть разные такие передергивания в интересах того или иного заказчика. И потому у населения в целом складывается впечатление, что
Социология как наука, она не является наукой даже, и социологи работают как только на заказ, отображая мнение своего заказчика, и, как продвигая имя своего заказчика и так далее. Но это один из проблемных моментов таких в работе современных социологов. Наше исследование, оно отличается тем, что мы проводим такое масштабное, крупное исследование по целому комплексу проблем, и электоральных там вопросов буквально совсем чуть-чуть, потому что мы проводим раз в год, и касаемся вопросов более масштабных, более крупных, таких, скажем, которые позволяют нам говорить о долгосрочных тенденциях развития всего общества. Но люди из Выборги, до яких вы звертаетеся, вони із задоволенням спілкуються, чи все ж таки кажуть, що ні, я ось про це говорити не хочу, про це не хочу і про це також не хочу? Ну, є, безусловно, відкази, вообще не хочуть відповідати, є просто, є ж в кожному вопросі варіанти не відповідати. То есть человек, если не хочет отвечать на какой-то вопрос, он просто выбирает альтернативу, что он не хочет отвечать. Вот. Но, конечно, это же есть, но у нас работают профессионалы, которые умеют найти... Это, мабуть, ще психологом треба бути для того, чтобы... Безусловно, то есть тут же есть специальная подготовка людей, интервьюеров, которые работают непосредственно с респондентами. Добре, тоді переходимо до результатів. І цікаво дійсно в динаміці подивитися. Я обіцяла про політику не говорити, будемо намагатися про неї, звичайно, не говорити. Ми бізнес-канал, тобто про економіку, про бізнес, про соціально-економічну ситуацію в державі, як люди її оцінюють. А як вони оцінюють своє матеріальне становище? І як їхні оцінки за 25 років змінилися? Що ми можемо говорити? Якщо... брать вот так вот масштабно, долгосрочно, то мы можем сейчас фиксировать то, что за почти 30 лет неолиберальных реформ, которые реализуются в нашей стране, население нашей страны стало жить намного хуже. Мы являемся страной массовой бедности, высокого уровня поляризации по доходам населения. То есть прерва между богатыми и бедными, она только... Так, безусловно, она только увеличивается. Причем это вопрос неравенства, он является одним сейчас из самых болезненных, как причем во всем мировом масштабе, так и в Украине. Вот, это во многих опросах международных, например, социологической службы Гэллоп, американская есть такая известная, есть другие международные исследования, они фиксируют, что проблема неравенства – это... та проблема, которая волнует население наиболее всего. У нас тоже мы проводим разные, задаем разные вопросы и фиксируем, что да, неравенство очень сильно волнует население, потому что мы видим, что в результате этих реформ действительно одна большая группа населения, это подавляющее большинство, оказалась за чертой бедности или очень близко находится, да, к этой, скажем так, пребывает в состоянии хронической малой обеспеченности. И очень незначительно группа людей, условно скажем, 1% или даже меньше, они наоборот находят, их материальные возможности только увеличиваются и продолжают возрастать. Вот даже буквально недавно был один из докладов аналитического центра одного международного, который зафиксировал, что в Украине рост доходов 100 самых богатых человек в 12 раз преувеличивает рост ВВП страны. Так тут Украина, по-моему, попереду всей планеты. Да, еще один прошлогодний опрос, не опрос, а исследование аналитическое показало, что Украина находится на первом месте по количеству долларовых миллиардеров на 100 миллиардов долларов ВВП. То есть мы на первом месте в этом. По поляризации на первом месте. И один из самых высоких уровней у нас бедности также в мировом масштабе. А такое понятие, как средний класс, оно взагалі зараз в Украине існує? И если так, то насколько таким потужным є средний класс в нашей державі? Ну, знаете, тут все зависит от мнения самого исследователя. У нас есть ряд социологов, которые, да, употребляют этот термин и говорят, что у нас идет становление среднего класса. Лично мое мнение, что этого явления у нас в стране не существует. То есть воно існувало, перепрошу, раніше існувало. Деякі просто економічні експерти кажуть про те, що ще там кілька років тому можна було говорити про становлення середнього класу. Потім ось ця частка стала зменшуватися, і зараз вона фактично мізерною є.
У нас, конечно же, были, нельзя вот так просто линейно говорить, что от среднего класса не было. Были периоды, когда жизнь населения была немного лучше, уровень жизни повыше. И средний класс равнялся, там, условно говоря, 10-15%. Это мало очень. В принципе, вот в мировой социологии считается, что основой стабильности общества является так называемый средний класс, и он должен равняться хотя бы 40-50 и выше процентов. Вот это основа стабильности политической. И рушильная сила экономики. Ну да, рушильная сила экономики – это основа политической стабильности и основа отсутствия разных социальных потрясений и так далее. То есть это вот та стабильность, которая, ну, в условиях которых можно вырабатывать какую-то такую долгосрочную политику. У нас в Украине на протяжении всего периода вот этих рыночных реформ этих людей было крайне мало. Можно даже говорить, что в принципе отсутствует средний класс как таковой. Вот по нашим исследованиям, это наш отдел непосредственно занимался, отдел экономической социологии. Мы спрашивали население, сколько у них процентов в семейном бюджете занимают траты на питание и на оплату коммунальных услуг. Вообще считается базовыми потребностями, плюс еще одежда. Но мы даже одежду не брали сюда. Только мы получили такие результаты, что только на питание и оплату коммунальных услуг 90% населения тратит свыше 60% своего дохода. Якщо порівняти з іншими державами. Это, в принципе, бедные люди. К нам было очень много вопросов, почему так, почему вы назвали, что у нас абсолютное большинство бедные. Ну, потому что так получается. Если семья тратит все свои доходы только на питание, на коммунальные услуги, и даже мы им включили сюда одежду, то есть это базовое, которое, в принципе, просто для физиологического воспроизводства. А еще шлик, и правда? Безусловно, если взять людей, которые болеют, а если взять... Вообще, есть такое понятие, как подушки безопасности, которые должны быть у человека в случае болезни, как вы правильно сказали, в случае потери работы, в случае еще иных каких-то, да, жизненных таких обстоятельств тяжелых, то запасы вот эти должны быть. То мы можем говорить, что абсолютное большинство, оно, в принципе, бедное у нас население. Вот такая ситуация получается. Так, сумна ситуація виходить, але все ж таки, якщо перейти, можливо, більше до цифр і конкретик, я знаю, що одним із таких питань, які ви ставите у своєму дослідженні, традиційних питань, є питання, як люди оцінюють економічну ситуацію у державі. Як вони оцінюють її зараз? Ну, мы спрашивали это вопрос такой, как население оценивает экономическую ситуацию по 10-бальной шкале. И абсолютное большинство оценивает крайне низко. То есть людей, которые, доля людей, которые оценивают 5 баллов и выше, она не преувеличивает 10%. Я сейчас по памяти говорю, ну вот примерно 10%. То есть очень низко оценивают. И в принципе, понимаете, тут нельзя абсолютизировать данные социологических опросов, когда говоришь о материале. Реальном уровне жизни населения, потому что человеку, в принципе, свойственно усреднять свой уровень жизни. Например, мы спрашиваем, относите ли вы себя, там есть у нас такой вопрос, к среднему классу или людям. Субъективно, правда? Очень субъективно. И получается, 40% населения говорит, что да, отношу. А на справді, якщо за економічними розрахунками, хотя мы берем разбивку по объективным показателям, мы видим, что большинство из этих людей получают чуть ли не минимальный самый доход на уровне прожиточного минимума. О чем это говорит? О том, что не о том, что у нас 40% среднего класса, как некоторые хотят это себе трактовать. Это говорит о том, что люди понимают, что они в среднем живут так же бедно, как и другие. Вот. Потому они так себя в среднем оценят. Потому вот эти все социологические данные, мы для того, чтобы вообще говорить об комплексной оценке уровня жизни, мы прикрепляем объективными показателями. То есть берем данные статистики, данные разных международных там, статистических служб, аналитические там, доклады и так далее, и тогда уже выходим на какую-то более-менее объективную, комплексную оценку ситуации в нашей стране в этом контексте. Да, цікаво було б ще почути в цифрах або в тенденціях, чи поділяють українці, навіть не соціальні, а, скажімо, економічні
економічні кроки влади попередньої і наміри нової влади? Ось я кілька таких запитань ключових обрала, зараз я вам їх поставлю. Що стосується приватизації? Ну, останнім часом вона не зовсім у нас так уже відбувається, і плани по приватизації зриваються, але тим не менше більша частина уже крупних підприємств приватизована. Українці це поділяють чи ні? Вони погоджуються з цим, чи вони проти? Спасибо за интересный вопрос. У нас вообще одна из особенностей реформ, как внешнеполитических, так и внутриэкономических, она в том, что очень большая доля населения не верит ни в саму суть этих реформ и не поддерживает их, и также не верит в людей, которые их реализуют. И ну, вообще неолиберальные реформы, они проводятся во всем мире, их ключевая особенность – это, скажем так, уменьшение роли государства, приватизация, вот о которой вы говорили. И когда у нас проводятся эти реформы, мы видим, что очень большая доля людей не поддерживает эти меры. Особенно то, что касается приватизации крупных предприятий. Можливо, просто українцям не підходить механізм, за яким це все відбувається. І вони не погоджуються з такими умовами. І вони вважають, що ця приватизація не була прозорою і чесною. І що держава заробила значно менше, ніж могла би. Може, через це не поділяють? Дело в том, что, во-первых, то, что вы сказали, тоже, безусловно, есть, но они видят, что государство не использует эти средства дальше на какое-то развитие и так далее. То есть они понимают, что в результате приватизации их, например, уволили с работы, да, идет же массовое сокращение рабочих мест, когда происходит приватизация, или просто закрытие предприятий, как у нас было. У нас процесс массовой деиндустриализации происходил на протяжении всего периода, да, этих реформ. Они понимают, что их просто выбрасывают на улицу, и они остаются, скажем так, наедине со своими проблемами, и государству не верят. Вот это у нас тоже хроническое недоверие к органам власти у нас в стране фиксируется. И, конечно же, в результате этого возникает недоверие в принципе к самому этому процессу. Но также в этом есть и исторические особенности, потому что у нас же при советской власти не было частной собственности как таковой, и в принципе очень многие относились критически к данной экономической мере. На сегодняшний день вот последние опросы показывают, что 60% населения, они выступают против приватизации крупных предприятий. Причем есть тенденция к увеличению доли этих людей. И очень интересно, что если к приватизации крупной собственности всегда было большое такое, скажем, критическое отношение большой доли людей, то за последние годы, с 2014 до сегодняшнего момента, произошло впервые за историю вот этих независимости Украины, произошло возрастание критического отношения к приватизации малой собственности. Всегда, в принципе, люди более-менее позитивно относились к существованию малой собственности и к приватизации. Да? А на сегодняшний момент, тоже по памяти говорю, если негативно к этому процессу относилось в 2014 году 25% населения, то сейчас уже свыше 35%, то есть достаточно существенный скачок произошел в этом плане. А чем это можно пояснить, что за 5 років такое зростання? Ну, я думаю, что это объясняется тем, что за этот период произошло существенное снижение вообще благосостояния, уровня жизни граждан. Они понимают, что новая власть, которая, ну, уже не новая, после смены власти, да, в 2014 году, которые пришли, сразу объявили массовую приватизацию всего и всех. Да? То есть мы помним, как Яценюк Арсений собрал всех представителей бизнеса и сказал, что мы распродаем все, государство идет на эту меру. И действительно был запущен этот процесс, новая волна, можно назвать, шоковой терапии. Вот, и в результате мы видели очень, не только этого фактора, но в принципе там ряд факторов был, которые привели к тому, что существенное снижение благосостояния граждан, большой массы граждан произошло. И, вероятно, это одна из ключевых причин недоверия и к самим этим реформам, и к конкретным людям, которые их реализовывали. Так, идемо далі. Еще одно довольно суперечливое питання, яке часто використовують політики, це ринок землі. Чи варто, чи не варто його відкривати, запускати землю у вільний продаж і так далі? Що з цього приводу думають українці?
Также примерно такая же доля населения, 60%, выступает против данной экономической меры. Мы знаем, что это требование Международного валютного фонда, которое четко прописано в меморандумах о сотрудничестве, которое подписано ключевыми чиновниками нашей страны. И, в принципе, этот вопрос уже решен на самом высоком уровне, просто он сейчас оттягивается. Но мы видим, что большинство граждан не поддерживает данную экономическую меру. Вот это одна из особенностей вообще политики внутренней в нашей стране, что народ живет отдельной жизнью, они не согласны, но с их мнением никто не считается. А вы результаты цих ваших досліджень, все ж таки Інститут соціології Національної академії наук України, а ви знайомите чиновників високого рівня із цими результатами? Вони взагалі знають про існування таких опитувань і про думку українців? Безусловно, взагалі задачі института, каждого академического, является принятие участия в написании национального доклада, национальной доповеди, да, вот, которую государство готовит на самом высоком уровне. И все эти цифры, они подаются в профильные министерства, подаются президенту везде, в Верховную Раду и так далее. Более того, каждый отдел по своему направлению, или политическому, или экономическому и так далее, готовит аналитические записки периодически, и является это обязанностью направить в профиль комитеты для ознакомления, потому что, в принципе, Академия наук существует, она на государственные, да, деньги, и это задача нашего института. Так, другой вопрос, что с мнением этих людей никто не считается. Это, кстати, можно, да, не надо быть супераналитиком, чтобы говорить о том, что эти реформы не будут эффективно реализованы, даже если бы они действительно могли привести к каким-то позитивным изменениям. Вот. Потому что население не верит в них, и население, большинство, не хочет этих реформ. Вот таких. Ви тут уже згадували про Міжнародний валютний фонд. І що з цього приводу думають наші співвітчизники? Чи варто Україні продовжувати співпрацю з МВФ? Ну, тут мнения разделились, да, вопрос такой ставился, как вы относитесь к сотрудничеству с Международным валютным фондом. И также тут интересная тенденция. Если сравнить с данными еще там даже 20-летней давности, то мы увидим возрастание негативного отношения населения к сотрудничеству с данной международной институцией. То есть сейчас больше людей не поддерживают? Да, так? Больше людей не поддерживают. Ну, я думаю, что это связано с тем, что если раньше проводились все эти реформы, формы при консультировании специалистов Международного валютного фонда, но население в основном об этом не знало. И, в принципе, очень многие меморандумы и документы об этом сотрудничестве, они вообще носят, скажем так, секретный или полусекретный такой формат. То последние меморандумы, которые были озвучены, которые находятся в доступе, там четко прописано приватизация крупных, да, предприятий, о которых мы уже говорили, прописан рынок земли, открытие этого рынка и другие там меры, которые и раньше не пользовались спросом населения, и сейчас не спросом, а поддержка населения, и сейчас не пользуется. Плюс население четко понимает последние особенно годы, что Международный валютный фонд, эмиссары этого фонда четко говорят, какие надо тарифы ставить, что надо делать, вплоть до того, что действительно увеличивать, не увеличивать тарифы и так далее. Мы знаем, что это одна из самых болезненных сейчас тем в украинском обществе. Потому и, ну, мы можем предположить с большой долей вероятности, что именно из-за этого возросло негативное отношение украинцев к сотрудничеству с этой международной организацией. Еще один момент, на который бы я хотела обратить внимание. 2 года тому, уже даже трішечки больше, Украина получила безвизовый режим, омріяний. И я подивилася цифры вашего исследования, я даже их сейчас наведу, потому что особисто меня они очень удивили и даже трохи шокували. Отже, за цей час відповіді такі. Подорожував країнами ЄС 7,6%. Їздив до своїх родичів і друзів 5,4%. Шукав у цих країнах можливість працевлаштуватись 4,7%. Їздив на навчання до Європи 0,5%. Їздив на професійні заходи, конференції, круглі столи, виставки і тощо 1,1%. І жодною із цих можливостей не скористався. 81,9%. Тобто безвізовим режимом скористалася фактично мізерна кількість українців, виходить?
Виходить так, тому що для того, щоб скористатися цією можливістю, в першу чергу повинні бути доходи, які необхідні для того, щоб поїхати в туристичну поїздку, там, випити фантастичну каву, так, чи подивитися оперу. Звичайно, для цього потрібні кошти на саму поїздку, на те, щоб там перебувати, на те, щоб оплатити готель і так далі. Ми розуміємо, що, в принципі, ця поїздка, ну так, кожен з нас міг оцінити свої можливості, там це може бути 400-500 доларів на кілька днів і так далі. І ми дивимося, якщо ми подивимося показники чи статистики, чи навіть наших результатів опитування, то ми побачимо, що середня заробітна плата у нас 350-400 доларів, це в Києві навіть. Це офіційно, але ж у нас ще в конвертах велика частина виплачується. Звичайно, але не всім, далеко не всім. Пенсіонерам, яких є багато часу для того, щоб подорожувати, в них немає можливості навіть інколи купити собі борщовий набір для борщу, не те, що кудись там подорожувати і подивитися якісь такі гарні місця Європи. Тому тут все залежить від, в першу чергу, від економічного чинника. І взагалі це велике питання. Дуже часто пересмикують його і показують, що це саме головне досягнення останніх 5 років. Але якщо ми побачимо відношення населення, населення перебуває в стані хронічної малозабезпеченості і в обирає собі такі стратегії виживання в сучасному світі при зростанні цін і тарифів, і їм дуже часто не до подорожей. І у населення взагалі спостерігається дуже велика втома від постійних розмов політиків про нібито покращення якихось там, ну, чи про безвіз, чи покращення економічного стану населення. Але насправді реальне життя, воно не таке. Воно, на жаль, гірше, ніж говорять політики. Так, обіцяла не говорити про політику, але відчуваю, що не вийде. Все ж таки, одне питання вам поставлю. Зважаючи на результати вашого дослідження, і ви кажете про те, що українці не задоволені багато чим, вони багато що не підтримують, їх обурює ця прірва величезна між багатими і бідними, ось ця нерівність. Їх вона просто не задовольняє? Тобто вони це констатують як факт, чи можливо вони висловлюються таким чином, що вони готові до якихось радикальних дій? На кшталт, не знаю, там бунт порожніх кастрюль і так далі. Це може статися? Тобто революційна ось така ситуація, маю на увазі, не стільки політична, скільки яка буде ґрунтуватися на саме матеріальному забезпеченні людей, економічному їхньому стані. Наскільки ось це зараз безпечно або небезпечно? Понимаєте, об этом очень сложно говорить, это очень сложно прогнозировать эти процессы, но вообще вот считается, что низкий уровень благосостояния, он может в равной степени не привести к разным абсолютно последствиям. К первому, к тому, что вы сказали, возрастанию недовольства и, соответственно, активным действиям по противостоянию, снижению уровня жизни, да, и благосостояния своей семьи, то есть к протестам, к революциям и так далее. Это вот многие классики социологии, экономики писали об этом. Но в такой же степени хроническая малообеспеченность может привести, наоборот, к покорности и снижению активности населения и в результате к деградации общества в целом. И вот у нас, к сожалению, я думаю, что происходит как раз второй вариант. Это еще два майдани, они были, но это были все-таки больше политические. Там люди выходили за какие-то политические и загально, скажем так, людские ценности. Экономичных там фактично и не было. Да, Майдан нельзя сказать, лично мое мнение, нельзя сказать, что это пример высокой социальной активности населения. Если посмотреть даже результаты опросов, мы увидим, что требования Майдана поддерживала и не поддерживала примерно одинаковая доля населения. То есть это была создана такая картинка через СМИ, подконтрольные людям, которые были заинтересованы в Майдане, для того, чтобы показать, что это было всеобщее, такое безальтернативное движение народных масс. На самом деле, если мы посмотрим на этот процесс более спокойно и объективно, мы поймем, что людей просто использовали в своих политических интересах те люди, которые, ну, оказались в выигрыше. Кстати, у нас есть один такой вопрос. Вы чувствуете себя в проигрыше или в выигрыше от смены власти в феврале 2014 года? Мы увидим, что о том, что они чувствуют себя в той или иной степени в выигрыше, говорит всего
если не ошибаюсь, 8% населения. В то время как большинство населения говорит, что они проиграли от этого в той или иной степени. Вот эти цифры, вот то самочувствие населения от смены власти, которая произошла в феврале 2014 года. Но тем не менее мы видим, что в политическом дискурсе продолжает вот это превалировать такой подход, что движение в ЕС, присоединение к НАТО и так далее, вот это внешнеполитические эти векторы, они объявлены и поддерживается такое мнение, что это безальтернативно. В то время как негативно, кардинально негативно к этим процессам, к этому направлению развития относится там порядка, ну там разные вопросы, но порядка 30-35% населения Украины. О чем это говорит? Это тоже говорит о том, что вот треть населения, она по сути выброшена из общественной жизни страны, из политической жизни страны. С ее мнением никто не считается. Вот это основа тоже дальнейшего нарастания напряженности, конфликтности и возможных каких-то протестов. Но, понимаете, в условиях отсутствия сильной организующей силы, о которой я вот раньше, да, говорила, это недовольство, оно может разве что вылиться в какие-то стихийные, бесконтрольные, какие-то очень агрессивные такие действия, которые не дадут демократического разрешения и выхода из критической ситуации, а наоборот только еще усугубят те процессы, которые происходят в нашей стране. Так, зрозуміло, у нас меньше хвилини залишається до завершення. Я вам хочу поставити останнє запитання і дуже коротко вас попрошу на нього відповісти. Так, сталося, що ось такий ефір у нас вийшов доволі сумним, зважаючи на результати досліджень. Якісь все ж таки позитивні моменти і позитивна динаміка за ці 25 років ваших там досліджень, вона присутня? Щось зрушилося у кращий бік? Вы такой сложный вопрос задали, Татьяна. Тоже не хочется самый... просто на сумней ноте завершивать. На печальной ноте мы не будем заканчивать. Мы просто пытаемся объективно оценить то, что у нас происходит. Ну, хочется сказать, что есть достаточно весомая доля граждан, которые критически относятся к происходящему сегодня, которые понимают суть внутреннюю этих процессов. И хочется надеяться, что эти люди смогут повернуть направление развития нашей страны в прогрессивном направлении. На то это есть... Хочется надеяться, я думаю, что это будет вот разрешение наших проблем, вот это тот позитив, о котором мы можем говорить. Ну, знайшли таки наприкінці позитив. Я вдячна вам за участь у цьому нашому проєкті. Науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України Віталіна Буткалюк була нашою гостею в цьому ефірі. А далі на восьмому ще чимало цікавого та корисного. Тож залишайтеся з нами і надалі, аби не пропустити головного. А ще більше інформації знайдете на наших сторінках у соцмережах та на YouTube. Я ж прощаюся до наступного ефіру. Побачимося!